Народ, ну вот мы на шопинге, Наташа сейчас вам расскажет, нас друзья научили новому лайфхаку, а ну рассказывай. Короче, если вот, значит, берете шорты или брюки, или да? Брюки, то есть это пуговица кверху, наверху, себе, как говорится, попой и вокруг шеи. Я думаю, наверное, может кто и знает. И вот это, говорят, мне большое будет, великовато. Вот если сильно велико, значит, вам будет велико. Да. Если сошлось, вам а ваш размер. А если четко сошлось, если маленькое, значит, нет. Не ваш. Чу, клево, мы не знали такого. Это пропорции элементарные. Ну все, идем мерить, идем померяем. А сколько они стоят, кстати? Давай. Сколько они стоят? По скидке 489 гривен. Для наших подписчиков, особенно нас смотрят из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, озвучим сейчас в долларах. А вот тут распродажи такие, ну покажи, футболочка такая симпатичная. Не, первая. Какая? Вот это? Вот это, ну, вот. Это классно. Это искусственно, 239. А это что у нас? Думаю, скетчерс, не, какой-то энергетику. Ну, это как спортивная. Ну, как спортивную, им цвет не передает. На самом деле, она очень персиковая. 239. Это меньше 10 долларов вообще. Ну. О, а такая черная, что ты возьмешь? Ну, прикольно, смотри, ну, это Элечка, в принципе. С карманчиком, ну, да, подожди, еще смотри. И шара вообще 179. Да, 179 это вообще. А ну давай, ну это Элька, не знаю. Все же я говорю, у меня такое впечатление, что они берут и делают, ставят, например, M-ку, а на самом деле это XL. У меня такое впечатление. Ну да. Вот реально, как будто бы, знаешь, все себя чувствовали красивым. Это красиво, кстати. Ну, тайненькая сумочка какая-то. То сумочка, да, я доволен, но от очки чуть-чуть вылазит от нее, да? Да, но так как надо все носить с собой, как-то оно... А ну что, друзья, какой? Наши, от шопинга нас ничего не остановит. Эсочка мне не подойдет? Сейчас. Маленькая будет? А давай возьмем, посмотрим. А как мерить это? Как мерить? Как мерить это? Пристегнуть, наверное, через бедро. Тогда вы узнаете размер футболки. Ну, кстати, друзья, кто нас смотрит, может, знаете, как, чтобы лишний размер не взять. Вот про шорты, про что нам только что сказали. Вот так вот обернул вокруг шеи и узнал свой размер. Так, и давайте сейчас Наталенька насобирает. И вот это прикольно, кстати, вообще. Классическая, да? Да. 199. 199 тоже вообще, ну, цена, ну, ни о чем, в принципе. Вот давай. Все, побежали. Сейчас набираем, идем мерить, идем мерить. Чихай. Я побачу. Ну, вы знаете, я все люблю блестящие. Да, Наташа все любит блестящие, шуршащие. 279 стоит такая. Но она, вы понимаете, такая, как я даже не знаю, как это сказать. Люрикс. Это люрикс называется. Да, она может это, вот, если вас потянут в метро, может ниточка остаться, мне кажется. Это М? Да нет, это XL какая-то здоровая. Так, все, идем. Проверить шорты, работает или нет. Наташа выходит и смеется. Наташа, давай, выйди, покажися. А ну, давайте. Ну, смотри, ну влезла же. Ну влезла же. Ну, короче, нет, влезла, но большие такие. Они такие, работает это. Работает лайфхак. Вот лайфхак, мои проверили, они реально большие. Нереально большие. А ну, покажись. А футболочка из Кении прикольно тебе смотрится. Наташ, давай на футболочке выходи, посмотрим тебя. Давай, о. XL. Ой, Элечка. А, Элечка. Ну, слушай, прикольно. И шортами вот прикольно сейчас. Вот сейчас с шортами так четенько. Заиграли, по-моему. Это, наверное, а что такое? Оно такое должно быть рваненькое? Да, типа, да, да. Ну, типа, прикольно. Типа так можно. Ну, это так симпатично. Это сколько оно стоит? 229. 229, ну, симпотное. Давай вот тебе. Ну, давайте. Вот хорошая черная футболка, да? Ну, да. И опять, простите, переключаюсь к клипсу. Когда непонятно включили, помните, видео показывали про коллекцию Марии Примаченко? Надо посмотреть, кстати. Ну, что вы не бьете вот, надеюсь, сюда? Ну, сильно бейте, отрезать можно и оставить. Можно отрезать и оставить, так что ай-яй-яй, вот так вот. Ну, не все так однозначно. Вот в шов когда берет. Ну, короче, ладно. Надо, ну, да, давай. Наташ, давай. У нас уже второй вариант футболочки. Это та же самая? Нет. Подожди. Это S-ка? Это S-ка. Офигеть. Ну, вы поняли, друзья, да? Всякий спандекс. Спандекс, S-ка. Ну, не знаю. Та какая-то, мне кажется... Интереснее, да? Та интереснее была. А была, ну, это сколько стоит? 229. Это 229 гривен, ну, стоит. Мы нашли вот. А еще одна футболочка. Ну, а ну, друзья, да, мне вообще как бы, когда вышла, она как будто не отличается. Ага, вот так что, ну, интересная ситуация. Не, ну вырез одинаковый. С размерами вообще, слушай. Я говорю, вырез одинаковый, футболки одинаковые, то была L-ка, это S-ка. Наташа выходит в классической футболке, как она сказала. М-очка. А это что, М-ка? А тут она такая облегающая вообще, вот как бы вот. Ну тут есть хлопок. Видно. Мне кажется, что тут есть хлопок, но тоже тянется.
Ну, она какая-то... А это сколько совсем дешево стоило? Ну, 179, да? Нету, ну, это 179. Я же помню, что я одну взяла. 199, простите. А еще у тебя? А ты не 4 брала, только 3? Не, я могу еще 2. Не, не надо. Кто-то мерил. И почем у нас Кельвин Кляйн? 6,99. Ну это не Кельвин Кляйн, так думаю. А что это? Да? А что так дешево? А сколько он должен стоить? Ну я не знаю. Это ж Кельвин Кляйн, простите. Да. Ну спать можно. А что, прикольно, нормально, классическая пара. Вот не было такой эмочки, вот она мне привлекла внимание. Да? Да. Сейчас я еще раз. Эмочка прикольная, давай я здесь постою туда с вещами. Давай, я пойду. И... А что, я вот это позволится пойду в эти шоу? Да. Наташка, Наташ, давай, придись. Мужественно, тебе накидают лайков и комментов. Это другое. А вот наши друзья выбрали такие шортицы прикольные себе, классные. Ну, нравятся. Сначала смотрели с такой, знаете, порванной каемочкой. Сейчас взяли вот такие за 549. А ну, попочкой переверни еще. Вот классные такие классические шортицы на лето. Не знаю, здорово. Нам кажется, будет очень прекрасно в них ходить. Поэтому желаем всем лета. Да. Ну да, слушай, бери. Все, бери, бери. Смотрите, какая Наталья смелая. Сходила в шортиках, которые немножко и больше. И взяла футболочку. Это которая тебе понравилась, ты взяла, ты нашла М-ку. М-ка, вот с таким кармашком еще прикольным. Сюда бонус. Сюда бонус и комменты, и лайки от подписчиков. А и почем? 179 или 179? Стой, сейчас смотрим, извините. 179. А та была, подожди. А та 199? Не знаю. Да. 170. А, 179. Все. Ну вот какой он? Эльку или? Ну я не ну, знаю. Блин, я сейчас померяю. Растянется. Ты пошел туда, это, знаешь, оно. Наши друзья считают, что она растянется, поэтому, наверное, да, эклипсу. Поэтому лучше взять М-ку, да, наверное, народ. Что, Наташа, покрутись еще. Спинкой, да, вот так вот хорошо. Шорты вообще офигенно, как бы, ну ладно, шорты не... А сандалики, ну, помните видео про сандалики, где мы их брали и покупали? В Польше, в галерее Краковской. Класс, год назад. Наташа их оставила дома, и спустя год мы вернулись к сандаликам. Даже если ноги красивые, с теми же приключениями. Даже если, вот, не, у меня красивые ноги, понимаю, но, ну, куда, ну, шорцы, вырвали кусок. Короче. Так, мемочку, да? Сейчас да, посмотрим. Берем эмочку. Ну, друзья, ставьте комменты, пишите лайки. Пишите лайки, да. Все, до свидания, до новых встреч. Накидатый рейс. Нормально, давай. Сняли нам клипсу. Смотри, добрый. Нормально вроде. О, супер. Нацепили. Все, беру. Ну, все, берем. Беру. Карта пойдет. Не, нормально, да? А. И кроссовочки прикольные. Не могла найти, где размер. Вот, нашла. Где? Нашла где? Вот, сбоку. А, ну да. А я здесь ходила, смотрела, сейчас померяю. Ну, что мне понравилось, не знаю. А то, что они не завязываются, ну, просто. Сейчас. У меня уже были такие, что не завязываются, в принципе. И, ну, удобно, скинул, побежал. Но потом они разбалкиваются, конечно. Слушай, это ж это типа в мужской серии, а в женской это вы? Вообще ничего нет. А. Большие даже. Добрые, добрые. Большие даже. А еще это вроде. Там 40-й, вообще у меня 41-й. Ну, не помню. А нема инше, поменьше? А инше есть на пол размера. Тут видно, что последняя пара, ну, прикольный, ну, здоровый. Сейчас просто болтаются вообще вот так. Mm. Ну, жалко. А так они стоили сколько? Подивлюся, можливо, десь є, давайте я вам гляну, можливо, да, десь. А, в іншому магазині маєте? Ну, то, от в женской коллекции вообще ничего нет, просто вообще, или цены какие-то немеряные. Мужской. Ну, сколько вот стоит красный, вот червоний вот цвет? Две с чем-то я посмотрела. То есть на распродаже только это, ну вот. А ну дай. 2,239. Ну, дай я зафиксируюсь, а то я так не умею, как ты красиво снимаешь. 2,239. Очень рано, очень. Какие розмеры? Какие розмеры, можно его насыпать. А ну, вот вас. Ну что, так симпотные. Нет, это симпотные. Вот это самые такие, кстати, ну, не мужские, а вот реально унисекс. Женских очень дорого. А ты там снимала? Ну, и не, я не снимала. Мне вот все подобаются. Но это не кроссовок, ну да. Ну, кстати, ты видела, что мужчина приходил, мерил, и они его взяли с женой. Скидка же. Ну да, ну прикольно. Ну, гарно. Так, ну, типа, это ж ну, не мокасины, но это такой... А что за фирма? Вот это. Рекер или как? Рекер. Это как джинсы, да? Это ткань, текстиль? Да, рекер. Рекер. Ну, не дуже был, видно. А там ну, кожа да, или заменитель, интересно. Прикольный. Да, как ну, для путешествий вообще классно. Стильно смотрится. Интересно, удобно, зручно.
Прикольно. Две 159. Тоже скетчер, да? Да. О, шасси? Давай, давай. Знаете, чем удобно у этих штырков? Просто не паришься. Взял, одел и побежал. Хорошо, а оно фиксируется нормально на ноге? Оно фиксируется, но через год-два оно начинает разбалтываться. У меня уже те, которые первые без штырков, я купила. А что ты это, он же... Лет 7 назад, так они уже это. Он же ложечка, смотри, какая шикарная ложка. Ложечка, если не так ложка. Ты посмотри, какая прелесть вообще. Размер ложки. Где моя нога и ложка? Класс. Ну что? Неужели это странная у меня нога. Чего странная нога? 31-39. Ну и что? Это как... А я тебе только вот... Чтобы ты понимала, 38 написано. У меня 38 в жизни не было. Ну это мужское, это во-первых. Правда? 35 стелька, а у меня 26,5 стелька. Да? Фантастика. Фантастика. Надо мерить. Все надо мерить. Сколько мы бренд Фолес, да, в Эмиратах заказываем онлайн, только футболки. Угу. Штаны и обувь нет. А слухай, стелька вынимается или нет? Нет. Не вынимается. А, пылинцы. Ну, прикольно, когда стельку вынимаешь, становишься, и оно сразу это видно. Блин, твой тоже, размер. Он тоже большие. Да ладно. Боже, здорово. Давай еще попросим на полразмера меньше. Такой мокрый? Подождите. Вот у меня четко написано. А, тут тоже 39-й, кстати. Тут тоже 39-й. Стоять. Дайте меньше вроде. А ну по носку сану сравни. Не с это, начни с носка. Нет, выше, выше. И? Конечно, меньше. Посмотри, насколько меньше. Ну, здесь 39 написано, тут 38. Это на мужское, а то женский у тебя, наверное, вот эти. Ну, наверное. У меня это горло перехопило. Так, ладно. Попросил парня, чтобы это может еще. Прикольно. Ну, как сами, они мне удобно. Как-то правый мне больше удобно, и левое дело вообще широкое. А ты в зеркале видела себя? Ну, не одинаковые. Давай сначала попримеряем, а потом уже будем посмотреть. Кроссовки не взяли, зато нашли классные блейзера. Класс вообще. Я помню, цена какая еще раз озвучила? 499, 499 гривен. 500 гривен вообще, слушай, так это ж недорого. Да. А ну. Наталочка, давай примерь. Наталочка, дай сразу в зеркало. А ну подожди, размер его, ну одна повеси. А то снова, то мне просто молодой человек объяснил, смотри, что ты мужской кроссовок взяла, а у меня длина женского, поэтому размеры разные. Элька, ну это стандарт какой-то. И мне кажется, передвигается эта штучка, да, и можно. Ну, знаешь, у меня, по-моему, размер головы 56, если вот я не знаю, в каких это. Я такого даже я не, тоже знаю. Не знаю. А ну давай. Элька, а ну, чтоб уже все, знаешь. Сейчас всех. Покажем. О, чей-то волос. Боже. Ты уже мерил? Кто-то пострадал. Элька, тоже Элька. Слышь, все переток. Ну что, друзья, как вам шопинг в Киеве? Нравится с нами ходить на шопинг? Надеюсь, да. А ну как? Тебе прикольно, кстати. Нормально тебе колер? Да, тебе прикольно. А ну подожди, стоп. Вон зеркало. А ну, не, тебе классно. А еще со штанами этими. Это вайкики. А где мы их брали? В каком втором плете? А, где сумку покупали, Матиоли, В Киеве тоже? Да, да. Это два года назад, когда вирус закончился и война еще не началась. Да. А ну давай, и зеленый, и черный, давай. Мужчине не заложать? Идем прямо вон туда, вот женское дело идем. Хотя вот кроссовки мне там не понравились абсолютно. Они или белые, я их в пустыне запачкаю, или просто... Зачем? Ой, снова это клипс, господи, ну ребята, ну делайте все хорошо. О. Нет, тебе классно. А можно такой носить? Я тоже померяю. Конечно, можно. А зачем ты спрашиваешь? Свет, я имею в виду, что военный. Свет? Да. У нас правило, что вот военные сейчас всякие футболки пиксельные носить нельзя, только военные могут носить. Ну, не важно. Я думаю, что если здесь продается, то можно носить. Да? Черный? Да. Я вообще не вижу даже этой штучки. Ну, ты знаешь, это вообще классно вот к тебе. Может, к штанам? Кстати, я тоже померю сейчас. А я черный померю. Во-первых, классный, у меня классный. Черный уже есть. Да. Во-вторых, я хочу, наверное... Да, слушай, пойдет тебе. А я сейчас черный померю и тоже, может быть, тоже себе приобрету. Черное. Но я не вижу. Вот. Нет, не вижу. Вот на черном очень тяжело снять. Оно видно, но... А ну, давай тебе зеркало. Ну, а как сам блайзер? Что же, я же тоже хотела себе блайзер новый купить. Кстати, сколько я блайзеров перемерила, было видео.
по-моему, Наташкин шопинг, я там не показывала. Где Наташа эти классные скетчерсы купила, тапочки. Мне блайзеры, что ни один не подошел. Ну что, а мне черный классный. Отлично. Просто берем? Класс. А да. Я себе этот хочу. Берем. Очень классные покупки, подарки вообще. Отличненько. А, кстати, а вот Наташа, вот представляете, взяла и нашла. Даже таких кроссовков я не видела. Женские. 1879. Ну, надо размер, конечно, смотреть. Мне просто вот эта вот штучка иногда, она очень тяжелая в песках. Я ж... В смысле, что-то? Ну, легкая. Мне нужны такие легкие кроссовочки. А, ну сейчас давай посмотрим. Посмотрите, очень легкие. Посмотри, оно еще тут, знаешь, какое-то серебро или что идет. Видишь, как цяточки. Ну, сейчас гляну, давай. Дай, подожди. Хочу показать. Вот еще какие-то, они как серебром сделаны цвет. И такой прямо пыльная роза какая-то. Защищайся. На, давай спроси размер. Мы теряем время. Идем мерить. Так это что, твой размер? Да я не знаю. Так посмотри, что ты будешь мерить. Слушай, я уже не знаю, сам смотрела. А-а-а. Походу мой. Сейчас все будет. Так. Как он на ноге смотрится, прикольно? А вот Наташа еще нашла, посмотрите. 1700. А я смотрела, как бы особо ничего не видела. Слушай, очень интересно. Вот этот мне нравится. Он мне обычно вот этими цветами. Да, цвета вообще радуют, конечно. Будет прикольно. И вот это классно за это тащить. А вот мой старый. Помните видео? Шопинг, купили все. Наташа когда купила 5 рубашек себе, а я двое красота. Тебе уже задали вопрос. Ты что, уже старые сносила прошлогодние? Что ты покупаешь? Нет, новые? Не сносила, но вот уже близко. Уже близко. Так это ж не прошлогодние, ты серенькие купила здесь. А, не, серенькие они не для этого. Серенькие для выхода в свет. Они не для школы, чуешь? Не для тренировок. Это для выхода в свет, это не для серенькие тренировок. Серенькие для путешествий. Серенькие прошлогодние, это для путешествий. Это не... Да. Ага. Не надо. Ну вот Наташа какой скетчерс нашла. Потрясающий. Такой легкий, вообще класс. Это реально скетчерс, да? Да, скетчерс. Скетчерс. Только это не шкира, мама. Да? Не, не шкира. Все не, ну синтетика. Не кожа, ну так это тоже не кожа. Не, ну, понимаешь, и это стоит все-таки это, другие это, вещи, так, спортивные. Это ткань, да? Ну а класс, ну покажи. Ну разноцветный шикарный. Потом Таша говорит, сколько, купили же ей кроссовочки в Казиме же, в галерее. Она говорит, сколько здесь этих, этой кожи? Ну это не кожа тоже. Да? А, хотя это, подожди. 2000 стоит, 1979. А, это ж не кожа, да. Это не кожа? А, ну тогда все, так тогда что ты переживаешь, что мы больше тебе купили хорошие кроссовки. Нет, это не кожа. Не кожа, да? То мы кожу купили. Понятно. Так. Ну что, не оказалось той цветной пары такого размера, как мне надо, а вот это есть. Сейчас задеру ноги. Задеру ноги? Жаль, пробежаться не могу, чтобы точно сказать. За сколько оно кошкует? 1800 гривен где-то сейчас. А, 1879. Ну, не знаю. А ну иди вперед и иди на мене. Вертайся, ну, чтобы я подивилась, я помню. Но колір мені подобається, такий спокійний, як пильна роза чи що троянда. Якщо просто я могла пригати або бігати. Ну попригай, побігай, що ти. А, що... ну помаршируй. Нічого, що мені ще дають 3 місяці до пригання і бігання. Ну не знаю, а ще так. Ну це нормально, не знаю. Ну якщо розмір отакий, як цих, то... то що? Ну да, видиш, ну ти ж говориш, що здесь чуть-чуть більше подошва. Ну так, да. Ну зручно тобі? Вроде, да. Что значит вроде? Ну сейчас давай погуляю по магазину, похожу, посмотрю. А там мы нашли еще шнурок чуть-чуть какая-то. Сейчас покажу такой мелкий дефект, но продавец нам обещал просто из другого. Вот, смотрите. Ну это же не тема, правильно? А ну покажи шнур. Ну вот, зацепочка. Ну не знаю. Нет, пусть... Ну если перешнурует так же красиво, то ладно, да. Ой, а мне подобається, может оно везде так, знаешь, типа носочки, вот смотри, для этого примерочные новые и использованные, новые выкористані. Прикольно. Ну давай. О, а ты шлепки показывала? Дивись, какие тут шлепки есть. Не знаю, что это. Наверное, искусственные, чи шо, не знаю. Сколько стоит? 500? 539. Так, а ну что тут есть? О, Ильин, это наша фирма. Это, ну вот это даже в середине может что-то... Да, натуральное вот указан знак. Очень легенький, классный. Сколько? 699 гривен. О, что еще вам показать-то? Вот браска, да? Сандалики.
Ого, 2509. Ну так. Ну это кожа. Это кожа. Это кожаные вот так, знаки. Вот это кожа. Ну, прикольные такие. Где ромашка уже делась? Уже куда-то спешла? А вот сумочку, которую я хочу. Даже спрашивают, зачем мне спортивная сумочка. Ну классная, смотрите, Skechers. Не знаю, тут, не, наверное, не передает цвет. Она немножко темнее. Skechers написано. И стоит 800 гривен. Так, давайте я в цвет вам поставлю. О, вот такая она. Немножко какая-то бледная здесь. Мне нравится. Замочек, не замочек. Сейчас Наташа придет и поможет мне ее распаковать. Всегда все смотрит. Ой, какая красивая. Ну, 800 гривен. Смотри, для мелочи. Не-не-не, я считаю, что ты должна туда положить это. Телефонные часы. Да, вот все, что ты хочешь носить. Вот видишь, как я тоже что-то всовывала, но все равно надо еще что-нибудь дополнительное. Сколько всего здесь еще? А куда ты будешь это носить, вот скажи? Ну, с собой, вот сейчас. А, да? Вот. У меня просто этот кожаный. А, ну, еще раз, подробности. Что там есть еще? Какое-то? Ну, много всего. Карман. А, для каких-то, слушай. Для, условно, для таблеток, для ручки, для телефона. Оно, слушай, а, глубокий. Я хотела такое сделать. Здесь прикольно. Черное, но мне черное не нравится. Нет, вот это у тебя под кроссовки. И подожди, еще раз. Вот это замочек. Слушай, не... А, еще замочек. Посмотри. Ну, это нормально. А что сзади? Ничего нету? Нет, сзади нет. Вот это... Ну, не надо. Шо, на... карманчика. Три еще. Кармана вообще очень классно. По длине регулируется нормально? А сейчас посмотрим, просто она висит на этом. Ой, ну, выбачай. Мне пока очень нравится, не знаю, как мне будет. Сейчас попросим, чтобы отстегнуть. А может нам еще отстегнуть сумочку? Чтобы еще определились с сумочкой. Ну такой цвет вообще классный. Мне нравится. Ну под кроссовки. Они, правда, кроссовки темнее трохи, а это светлее. Ой, прости, я тебя забью таки все-таки. Так, сейчас я буду ее регулировать самостоятельно. Не люблю эти ремни. Может, как отрегулировать? Нет, смотрите, едет нормально. О, я еще и научилась ремни регулировать. Да. А ну, сейчас. Рюкзачок тоже Skechers, кстати, купленный на Бали. А он, дивись, там эти Томми джинсы, смотри, Хальфильгер, вот всякие сзади. Вот так. Нет, так это надо еще отпускать. Наверное, все-таки даже не на плечо, чтобы легко было скинуть, а все-таки через плечо. Ну как? Ну, можно еще ниже опустить. Ну, прикольно. Мне кажется, очки влезут, и телефон. Ну, кажется, это... Я думаю, что влезет. Дайте телефон кто-то. На, очки. Слышишь, хитро? Дайте телефон кто-то. Нормально о, вообще? Посмотри, как влезли и утонули. Вот так телефоны пропадают. Влезли и утонули. На, кошелек положи. Кошелек. Ну, у меня кошелек немножко Поуже, чем у нас. На, телефон положи. Не, у меня такого я не ношу столько. Ну, телефон положишь? Положу. Смотри, какой у меня телефон красивый. Да, подожди, класс. подожди. Наклеечки давай покажем. Да, сейчас. А о, тут клипса да. Еще есть, чтобы я его не царапну, надеюсь, не царапну. Да не царапну. О, вообще. Нормально? Вот. Ключи вперед, это. И тут еще вот это, класс. Ну, нормально. Вот это да. Вот это, наверное, я поношу. А ну, чекай, мне такой... уже нравится. А нету ничего такого еще? Черная есть такая же. Не. Черный. Да, мы бачим там вот черный. А ты хочешь черный? Не, я хочу вот этот, вот черный. А, еще черный? Да, вот это, идентично, только черный. Не, мне это больше. Не, это мне. Ну, будет это. Это уже мне это будет. Мне. Черный тоже классно. Но... Не, я себе хотела эти маленькие такие. Все, ну ладно, с этим разберемся, то... сейчас посмотрим. Тут вообще много Skechers и бананки вот такие. Ну, мне, вообще мне Skechers фирма нравится. 899-900. А что это такое? А мини-рюкзак такой. Да? Класс. Вообще мне много всего подходит. Так что эти сегодня и блайзеры, и кроссовки, и Наташа футболка в другом магазине. Ну сейчас еще что-нибудь подаем. Ну как? Сумочка. Ну вообще прикольно. Мне нравится. Тут Наташа удивилась, 6000 гривен. Да, подожди, значит, я только что цена. Значит, реально. Да, 5 что-то. 5,689. Это что, Томми Хальфигер? Да. И тут Томми Хальфигер, ну симпатичный. Симпатичный. А тут, подождите, 2842 распродажа. Так это наверное, чепурашка. Я думаю, что у нас так много девчонок с такими сумочками ходят. А Сикей видела, Кельвин Клайн много. Ну прикольно, ну то есть модно. Ой, а дивись, какая это красивая. Это мы в Интертопе, вот в данном магазине в Интертопе, а Наташу сумочку мы купили в магазине Brands. А это сколько? 3850. Сумочку, футболочку. Сколько? Ого. А что носить? Цена, наверное, 16. Ну, это типа помаду, да, это. Ну, прикольно. Не, ну, прикольно. Слушайте, ну, выбор есть, нам очень нравится.
Вот такой сегодня шопинг был с нами в Киеве. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем спасибо.